Что же с Энди? Я шутник, что надо! Шутник, что надо! Что же с Энди? Я король забав! Он король! Семья и друзья отлично знают, что я розыгрыша большой мастак. Мне нравится Лори, и поймет она вскоре, без меня все идет не так. Что же, Энди? Я шутник, что надо! Шутник, что надо! Что же? Я король забав! Что с Энди? Верьте или нет, но это история первой любви Дэнни. Прикол во имя любви. А, горячо. Бедняга, у него не было ни единого шанса. О, отлично, я весь в волдырях. Отлично, сегодня фасоль с колбасным фаршем. Я уж лучше съем поднос, чем эту жуткую отраву. Ха, для кого отрава, а для кого обед? Я знаю, чего хочу, вот и все. О! Привет, я Рэйчел. Ай. Недавно приехала из Реджени. Ладно. Осторожно, зальешь фасоль слюной. Ох, ну разве не ангел? О, нет. Малышке нужен слюнявчик, да? Еще раз привет, как дела? От меня пахло фасолью, так что учитель заставил меня переодеться. Хорошо, что сегодня физра. Эй, это тот король приколов, о котором я слышала? Эй, Дэнни, ты пропустил отличный прикол. Все прошло как по маслу. О, обожаю приколистов. Да? Но это была моя идея. Но в розыгрыше участвовал только он. Ну, я подал ему идею. Это я придумываю розыгрыши, иногда даю ему в них поучаствовать. О, очень мило с твоей стороны. Да, но знаешь, он очень скромный. Ему нужно внимание, а я, ну знаешь. Идейный вдохновитель, да? Да, я идейный вдохновитель. А можно мне посмотреть на твой следующий розыгрыш? Я обещаю тебе билет в первом ряду. Ох. Хорошо смотритесь. У меня свидание с Рэйчел. У нее странный вкус. Может, хоть на свидание наденешь штаны? О чем я только думал? Девушки вроде нее не встречаются с парнями вроде меня. Мне конец. Энди, мне конец. Да, живой мертвец. А, если бы мы могли что-нибудь сделать. Ну, на самом деле есть кое-что. Вы случайно не собрались устроить великолепный розыгрыш этим вечером? О, великий! Я даже не знаю, почему ты спрашиваешь, мой маленький льстивый друг, а? И странно. Но Рэйчел считает меня мастером приколов. Кто ей это сказал? Все от Токио до Штутгарта знают, что это Энди Ларкин. Я сказал, прости, но ей нравятся приколисты, а мне нравится она. И мне нужен только один прикол, чтобы доказать ей, кто я такой. Хоть я и не такой, но пожалуйста. Я бы с удовольствием. Дэнни, ну ты требуешь невозможного. Я самый великий приколист в мире. Я и никто другой. Пожалуйста. Ну ладно. Правда. Если лучший друг ему не поможет, то кто? К тому же никто не узнает. Я не заслужил этого. Эй, я же тебе не орган на пересадку отдаю. Пригласить девушку в бобы и бургеры – это смело. У нее есть выбор – заказать бобы или бургер.
Она уже там. Боюсь, что я не справлюсь. Энди. Не волнуйся, я уже придумал пару приколов. Садись. Если хочешь, чтобы Рэйчел на тебя запала, во-первых, не потей так. Девушки этого не любят, это снизит твои шансы. Ничего не могу поделать, организм такой. Во-вторых, в неудаче нет ничего постыдного. Спасибо за поддержку. Если не получилось в первый раз, запомни свои ошибки и попробуй еще раз. Действуй. Хм, я и не думал, что устраивать приколы такое искусство. Ну да, это что-то между тайши и латте. Нашел. Ничего особенного, но для тебя в самый раз. С каких пор ты записываешь все свои приколы? С тех пор, как они стали так продуманы. Нужно быть организованным, чтобы оставаться лучшим. О, он так сложен в своей простоте. Что мне делать? Просто иди к Рэйчел. Ты узнаешь, когда все начнется. Не бойся. Привет, Рэйчел. Привет, Дэнни. Ну, что ты задумал? Когда начинаем? Расскажи, в чем дело, давай. Скоро узнаешь. Что я могу сказать? Они хотят вкусненького. И горячий пирог. Острый соус? Находка для любого прикола. Этот соус что надо, да? Все, что нужно после тяжелого дня, это проглотить большой кусок пирога. Господин мэр, ваш любимый пирог почти готов. А этот пирог был... Воды! Воды! Воды кто-нибудь! Воды! Хе-хе-хе, бежим отсюда! Иногда одним приколом можно убить трех зайцев. Возможно, этот мой самый лучший. Чек, пожалуйста. О, Дэнни, это был лучший прикол в мире. Я всем о нем расскажу. Обязательно. О, да. А она ведь новенькая. Кому она может рассказать, а? Парень, известный как Дэнни, мастер приколов. Это была идея Рэйчел. Ну да, тут еще прикол был продуманным, веселым и, самое главное, очень остроумным. Откуда мне было знать, что отец Рэйчел ведет колонку сплетен в газете? Итак, Дэнни знаменит. Мои заслуги уже не в первый раз признают в печати. Эй, да это же ты! Ты Дэнни, мастер приколов! Молодец, мы и не ожидали, что ты так можешь, Дэнни! Что с Дэнни? Что с Дэнни? Я бы над этим посмеялся, но кажется, еще не время. Спасибо, что пошел со мной. Я хотел взглянуть на Рэйчел. Чего не сделаешь для мастера? Что вы здесь делаете? А ну живо в класс! Да, сэр. Директор Де Роза, сэр. Минутку, ребята. Дэнни, я читал в газете о том, что ты сделал с нашим мэром. Ладно вам, директор. Это же было не на территории школы. Ну, скажем так, ты нашел самую подходящую жертву. Ха, увел мою подружку. Получай теперь, мистер мэр. Минуточку. Вам понравился прикол? Я ненавижу любые приколы. Но если нашего мэра оставляют в дураках за то, что он уводит чужих подружек, то... Какой же он сегодня добрый. Добрый? Неделю будешь оставаться после уроков. Спасибо, что помог мне, парень. Дэнни? Теперь ему конец.
Эй, Энди, подожди. Рэйчел запала на меня. Сегодня у нас опять свидание. Ну, мои поздравления. Спасибо. От всего сердца. Ведь это все благодаря тебе, Энди. Ты ведь не просто так стал лучшим приколистом в мире. Это ты хорошо сказал. Итак, что еще придумаем? Ей что, еще нужно? Она ненасытна, Энди. Я такого никогда не видел. Ей нужно, чтобы я постоянно прикалывался. Она требует, чтобы сегодня я еще кого-нибудь разыграл. Ладно. Куда вы сегодня идете? На спортплощадку. Ага, этот прикол будет в самый раз. Ну, что ты на этот раз придумал? Кого разыграешь? Скажи мне. Потише, скоро узнаешь. Научный факт. Чем проще прикол, тем более вероятно, что он удастся. Восхитительный картофель. Что может быть проще? Это Донни Деккер! Донни Деккер, Донни, здесь! Донни, пожалуйста! Донни Деккер, красавица! Донни, пожалуйста, Донни! Привет всем! Сыграем? Запускай, Ларри. Ой! Ладно, это было остроумно. Ты гений. А? Ты? Это ты сделал? О-о-о. Хочешь принять участие в моей новой телепрограмме «Разыграем дурака»? Ну вот, а меня пригласят на программу «Идиоты», которые помогают своим друзьям и остаются в дураках. С меня хватит. Пусть теперь расклёбывает все сам. Дэнни, про тебя все говорят. Дэнни, ты теперь телезвезда. Эй, приятель, ты самый крутой приколист на свете. А где твой приятель, Энди? Забудь об Энди. Подождите следующего прикола, Дэнни. У вас волосы дыбом встанут. Последний прикол был просто супер. Ты что-то перепутал? Это был Дэнни Звезда. Разыгрываем дурака, а не я. Ладно тебе. Еще малюсенький прикольчик. Рэйчел хочет все больше и больше. Ай-яй-яй-яй-яй. Хоть один. Прости, Дэнни. Это для твоего же блага. Вот так делается этот пас. Есть вопросы? В последнем ряду? Да. Пожалуйста. Нет. Еще вопросы? Энди. Нет. Что? Пожалуйста. Парень, ты перешел уже все границы. Спасибо. Спасибо, что пришли. Рад вас видеть. Энди, тебе Дэнни. Прекрасная Привет, Энди. Я просто хотел извиниться. Да ладно. Чай готов. Иду. Схожу за чаем. Давай же, бери. Ты же знаешь, как я люблю приколистов. Но я же твой друг. Взгляни на меня, я красотка. Красота должна быть внутри. Дружба вечна. Эй, что я делаю? Возьми же уже тетрадь. Только одним глазком. О боже, глазам не могу поверить. Лучший прикол из когда-либо придуманных. Чуть не забыл. Мне надо увидеться с Рэйчел. Пока. Это для его же блага. А если благо будет и для меня, значит, так тому и быть. Ладно тебе, Дэнни. Расскажи мне про твой прикольчик. Ладно, милые, приготовься, потому что это шедевр. Ух ты! Я создал монстра, типа приколистулы или приколштейна. Ладно, это я загнул. А придумал я вот что.
Итак, вы задумали невероятный прикол. Для начала соберите немного мусора в маленькую пластиковую емкость. Боже мой, ну и запах! Теперь следующий этап. Осторожно, вы ведь не хотите испачкаться, так ведь? Только взгляните на них. Невероятно, осталось только одно. Отличная работа. Какой великолепный прикол. Конец. Ух ты, все так сложно, Дэнни. Уверен, что у тебя получится. Не волнуйся, Рич, все под контролем. Эй, Дэнни, такси заказывал? Так, куда едем? Мне нужно собрать немного жидких отходов на свалке за городом. Класс. Твоя машина издает странные звуки. Где ты найдешь эти жидкие отходы? О, неприятно. О, нет! Я все не так задумывал! Она должна быть открытой. Если тебе нужна была ножовка, надо было сказать сразу. У моего друга есть такая. Правда, он в тюрьме. Поехали отсюда. Привет, Дэнни. А? Прости, Энди, но я украл твой последний прикол. Но я не смог его организовать. Ты и правда лучший приколист в мире. Да, так и есть. Это дар и проклятие. Похоже, мне придется признаться Рэйчел, что я не тот, за кого себя выдавал. Она уже согласилась помочь мне включить кондиционер после того, как я залью в него жидкие отходы. Он бы не сработал. Прикол не настоящий, слишком сложен, непрактичен. Вот, настоящий прикол. Вперед, о великий! Ладно, нужно... отвлечь всех. Это я устрою. Эй, повар, разве твой секретный соус не смесь майонеза и паприки? Блюдо дня. Теперь, когда наши деликатесы готовы, начнется веселье. Боже мой! Меня сейчас тошнит. Я знал, что это не просто волоски. Чем нас накормили? Боже мой! Чек, пожалуйста. Ух ты, просто класс, Дэнни. Но почему ты не стал выливать отходы в систему охлаждения? Боюсь, что это заведение придется закрыть из-за санитарного несоответствия. Что? Почему? У вас нет права. А? Мне конец. Это все вы, как и в прошлый раз. Это все вы? Эй! Хранение мертвых животных в ресторане – уголовное преступление. Вы арестованы. Я арестован. Быть этого не может. С каких пор у санитарной инспекции есть наручники? Попался, Дэнни? Я хотела разыграть тебя после прикола с кондиционером. Я позвонила в актерскую студию и попросила, чтобы кто-нибудь сыграл санитарного инспектора. Он должен был закрыть заведение после того, как оно наполнилось бы запахом отходов. Но все равно сработало. Разве не классно? Да. То есть нет. Без обид. Да, приятель? Эй, я тебя знаю. Ты не тот клоун с вечеринки Джервиса, что подцепил Лори. Да, он самый. Но я больше не клоун. Я актер. А
обожаю актеров. Наверняка ты такой приколист. Ты, наверное, шутишь. Кстати, вы отлично разбираетесь в девчонках. Пока. Прости, Дэнни, но фокус не прошел. Но думаю, лучше любить и потерять, чем никогда не поздно. Знаешь, я бы с удовольствием съел бургер. Как вам это? Сначала вы отмоете всю грязь в туалете, а потом одраете весь жир в духовке. Приготовьтесь, так как ее не мыли лет 10. А-а-а! Горячо! Горячо! Некоторые говорят, в любви как на войне. Я же говорю, в любви как в приколе. Автор сценария Ан-Мари Перотта и Тим Шульц.